Мы приветствуем вас, дорогие хлевенцы и гости нашего села. Сегодня у нас праздник. Праздник веселья и песен, улыбок и хорошего настроения, задора и молодости. Мы желаем, чтобы все ваши надежды сбывались. Пусть на ваших лицах всегда сияет улыбка. Пусть ваши глаза сверкают счастьем. Юность моя, ты полна желаний, ты спешишь, ошибаешься. Но только тот достигает цели, кто имеет силу духа, кто имеет чистую душу. Эти качества присущи молодости. На улице сейчас солнечно и тепло. Одним словом, лето. Так называется песенка, которую вам дарит вокальный ансамбль «Апельсин». Встречайте! Наш праздник продолжает творческие поздравления.
обложками журналы. На них с восторгом смотришь ты. Ты в журналах увидала королеву красоты. Красавиц видел ты немало, и в журналах, и в кино. Но ни одна из них не стала лучше мне все равно. И я иду к тебе навстречу, и я несу тебе цветы. Как единственный на свете королеве красоты. С тобою связан навеки я. Ты жизнь и счастье, любовь моя. Ла-па-ра-па, ла-па-ра-па, ла-па-ра-па. А я одной тобой любую. Поздравляют с праздником глава Клиентского муниципального района Михаил Алексеевич Лисов, председатель Совета депутатов Клиентского муниципального района Сергей Александрович Пожидаев, заместитель главы Клиентского муниципального района Владимир Анатольевич Пожидаев, глава КФК «Речное» Коротких Владимир Иванович. Дорогие земляки, уважаемые хлевенцы и в первую очередь присутствующие здесь замечательная наша молодежь. Я сегодня здесь не один. Рядом со мной огромная поддерживающая сила, экономика, потенциал развития нашего Хлевенского района. Поэтому мне сегодня легче. И намного увереннее я себя чувствую. А делаем мы это вместе для того, чтобы всем сегодня, кто здесь присутствует, в этот праздничный прекрасный день пожелать крепчайшего здоровья, благополучия, успехов и заметить то, что будущее у Хлевенского района есть. Оно заключается сегодня в том, как он динамично и потенциально развивается. И дело в том, что самое главное это будущее опирается на тех, кто сегодня присутствует здесь, и наша золотая молодежь, которая сегодня, в отличие от московских молодых людей, гоняющих по улицам, давящих людей, занимается трудом. И эти замечательные люди, которые стоят сзади меня, они с одной целью сегодня зашли сюда, поблагодарить за труд, за умение жить, строить новую жизнь, наше молодое и подрастающее поколение. Позвольте вам всем пожелать здоровья еще раз, успехов во всех ваших делах, заверить вам, что, вас, что старшее поколение сделает все для того, чтобы наша молодежь уверенно смотрела в завтрашний день, в будущее, верила в том, в нашу великую, прекрасную страну Россию, в нашу прекрасную Липецкую область, в наш замечательный, красивейший и любимый Хлевенский район. С праздником! Всего самого доброго, удачи, добра и вперед, Россия!
уважаемые хлевенцы, сегодня здесь собрались самые яркие представители сельских поселений, предприятий, организаций. Это молодежь. Молодежь – самая активная часть общества. Это деятельные, энергичные молодые люди, которые проявили себя в творческих конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях, а прежде всего в труде. Поэтому мне хотелось поздравить молодежь Хлевенского района с этим замечательным праздником. Молодежь – это период поиска, период надежд, период будущих свершений. Будьте деятельными, энергичными, верьте в себя, всегда добивайтесь успеха, верно идите к своей цели. Мне хочется пожелать вам здоровья, благополучия, исполнения всех ваших планов, замыслов. Будущее за вами. С праздником! С Днем молодежи! Уважаемые девушки, уважаемые юноши, уважаемые собравшиеся, но действительно День российской молодежи на сегодняшний день в российском календаре самый яркий, самый торжественный день. И это понятно, это праздник юности, это праздник нескончаемой энергии, это праздник оптимизма. Молодость – это самый яркий, самый красочный отрезок жизни в жизни каждого человека. И это понятно, ибо та энергия, та ум, та талант, тот талант, который у молодых людей присутствует, он работает в первую очередь и на Хлевенский район, и на Липецкую область, и в целом на нашу прекрасную Россию. День молодежи – прекрасный праздник, и мы по-настоящему сегодня гордимся нашей молодежью. Молодежь успешно сдает экзамены, участвует в разных фестивалях, конкурсах. В данные дни идут выпускные балы и вечера, и тому подтверждение – высокие результаты сданных государственных экзаменов наших выпускников. Это высокие производственные показатели, в первую очередь, в сельском хозяйстве, районно-сельскохозяйственной, в социальной сфере, в образовании, в здравоохранении, в культуре, в бизнесе. Пользуясь моментом, уважаемые девушки, юноши, несмотря на возраст, я хочу пожелать, чтобы чувство молодости, молодой энергии всегда было с вами рядом и уже в зрелой жизни и во взрослой жизни. От имени себя, пользуясь моментом, хочу пожелать здоровья, оптимизма. Вы молодцы, так держать. С праздником! С Днем российской молодежи! Ура! От меня все уже сказали. Мое дело остается все поздравить с праздником, чтобы мне хотелось от молодежи. Мне бы хотелось, чтобы наша молодежь получше училась в школе, ехала в город, получала знания и возвращалась сюда. Тут дел у нас очень много. Сегодня у нас такая техника на полях работает и на фермах, что даже наши отличники не все способны раскрыть потенциал этой техники. Поэтому всех с праздником, здоровья! Ну, любви, удачи, все, чего вам хочется. А речновцы, вот ко мне так приближайтесь, я вот для вас тут приготовил кое-что, обмолодил немного, так вроде до 30 лет, я говорю, давайте до 35. Ну вот и сюда приехали ребят мои, и 35, они моложе 30 лет. Ну все, с праздником всех! Дорогие друзья, уважаемые наш молодежь, коллектив сельских поселений поздравляет вас с праздником. Хочу пожелать от имени всех здоровья, счастья, благополучия, всего-всего и хорошего настроения в этот замечательный праздник. Ну, дружными аплодисментами лидеров нашего района поприветствуем еще раз. Спасибо им большое за теплые слова. Дорогие друзья, на нашем празднике по традиции работают торговые точки. На спортивной площадке идут соревнования по пляжному волейболу, игре в дартс, а также все желающие могут покататься на лошадях, которые традиционно предоставила нам на праздник конно-спортивная школа села Конь-Колодец. А также вы можете приобрести памятные сувениры. Мы продолжаем с вами общаться под теплыми лучами летнего солнца. И вам дарит свой музыкальный подарок ансамбль «Апельсин».
Пожалуйста, с праздником! Всем присутствующий ансамбль Formation дарит следующий творческий подарок. Аплодисменты встречаем танцевальный ансамбль «Восторг». Thank you.
поздравляет дуэт «Дежавю» Дмитрий Ашевский, Центр культуры и досуга. Сейчас вам свои творческие поздравления дарит ансамбль «Колечко», село Дмитряшевка. Встречайте!
Уважаемые друзья, а теперь встречайте дуэт, дуэт «Калинка», село Фомино-Нигачевка. С музыкальным поздравлением. Я птицу счастья свою отпускаю на юг. Зажигательный танец ансамбля Formation. Встречайте бурными аплодисментами. Луч солнца золотого пелена, и между нами снова вдруг выросла стена. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ночь пройдет, наступит утро ясное.
звезд коснулся крыш. Сквозь вьюги и печали ты голос мой услышь. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ночь пройдет, наступит утро ясное. С тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора ненастная, солнце взойдет. Солнце взойдет. Солнце взойдет. Встречайте, Маша Ларина и ансамбль Formation. Друзья,
Вот и наступил момент приступить к одной из самых приятных и, без сомнения, самой долгожданной части нашего праздника – награждение молодых специалистов ценными подарками и денежными вознаграждениями. И мы приглашаем к микрофону начальника отдела культуры ФК спорта и молодежной политики Сергея Евгеньевича Лутчик. Здравствуйте, уважаемые жители Клевенского района. Ну и, наверное, сейчас наступает самый приятный и самый ответственный момент. Поздравление лучших из лучших. Итак, Родионов Евгений Германович, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. ЖКХ Клевенское. Аплодисменты должны быть... Сладкомедов Дмитрий Геннадьевич, ЖКХ Хлевенская. Беспалов Алексей Александрович, водитель ЖКХ Хлевенская. Срибная Ирина Юрьевна, Клевенская школа искусств. Трунина Екатерина Игоревна, Клевенская школа искусств. Артем Юрьевич, Клевенская школа искусств. Кабернюк Михаил Владимирович, водитель, администрация района. Сергей Вячеславович, инструктор по физической культуре, ДЮШ, село Хлевное. Шевчук Алексей Владимирович, преподаватель Хлевенской школы искусств. Павлова Юлия Михайловна, старший специалист, администрация района. Александра Николаевна, ведущий бухгалтер Центра социальной защиты. Воронина Елена Анатольевна, учитель математики, МОВ-лицей, село Хлевное. Ушакова Мария Александровна, учитель математики, МГУ-лицей, село Хлевное. Зиброва Кристина Валерьевна, судебный пристав,
Клевенского района отдела судебных приставов. Пожидаева Лилия Андреевна, бухгалтер МБУ «Совсело Конь-Колодец». Удаев Сергей Юрьевич, участковый Клевенского отделения полиции. Грамота отдела культуры администрации Клевенского муниципального района награждается Кудаева Елена, участница образцово-вокально-хореографического ансамбля «Апельсин», руководители Галина Юрьевна Пожидаева и Бессонова Надежда Станиславовна. Включи. Еще мы дарим вот такую замечательную звезду. Это наши маленькие звездочки. Давайте мы их поблагодарим. Также грамотой награждается Пожидаева Дарья. А она получает за двоих, поэтому мы ей все отдаем, и Дарье отдаем. Поздравления продолжатся чуть позже. Но как здорово, что наша нынешняя молодежь так зажигательная и активна. Ведь, как известно, движение – это жизнь, и наши ребята не должны ни минуты сидеть на месте. Абсолютно верно. А потому предлагаем всем желающим принять участие в конкурсах. Уважаемые друзья, нам сейчас нужно 6 человек. 4 парня и 2 девушки. Желательно повзрослей. У нас... 2 команды. Теперь мне нужны помощницы. Пожалуйста, мои красивые маленькие помощницы. Сейчас девочки. Одна здесь встает, другая. Вот здесь встает. Идите сюда. Вот так девочки встают. Сейчас объясняю. Ребятам нужно сделать руки. А девушке нужно сесть на эти руки. И задача какая? По команде вам нужно... Конкурс называется «Конкурс пилотов». Вот наши пилоты такие красивые. На самолет. Самолет не должны, чтобы пилот коснулся земли. То есть так пролететь вот так между девушками. Самолет летит высоко, не опускается вниз. И вернуться обратно. Ну что, вы готовы? Небольшую музыку для нас. Ну что, аплодисменты. Ну что, поехали. Это была тренировка, чтобы все поняли. Ну поаплодируйте, они потренировались. Хорошо. Ну а теперь по-настоящему приступаем. Самолеты готовы? Самолеты. Самолеты готовы. И вам нужно 3 раза пробежать. То есть не по одному, а 3. Ну, на старт, внимание, поехали. Аплодисменты, поддержим. Еще раз. Я понимаю, приятно держать девушек на руках. Вам всем спасибо, у нас победила сегодня дружба. Получите призы. Штурвалы обратно отдавайте. Все, всем спасибо. А мы продолжаем. Итак, у нас снова игра, но игра, наверное, уже больше для девушек. Давайте мы теперь девушек поприветствуем. Нам необходимы 2 команды по 3 человека. Ну, могут и мальчики тоже.
Итак, у нас команда сформирована. Здесь три человека, здесь три человека. И теперь ваша задача. У нас привязаны ленты к обручам. Вам необходимо по команде заплетать косы. Кто быстрее это сделает и аккуратней, та команда и победит. Ну а зрители, конечно, поддержат бурными аплодисментами. Так, девочки, подходите к своим ленточкам. Итак, по нашей команде готовы? На старт. Внимание. Марш. Аплодисменты. Аплодисменты. Поддержим участников. Как тебя зовут? Николай. Вот дочери будущее, если нет Николая, повезет, потому что у него уже будет практика и опыт. Ну это мы просто попробовали. Теперь распустите, пожалуйста. Ну, еще один момент. Мы будем проверять на качество. Итак, на старт. Внимание, марш! Молодцы, справляются не только девочки, но и мальчики. Особенно мальчики. Коса супер. Качество тоже учитывается. Он уже примеряет. Это не тебе, не надо. Так, осталось чуть-чуть. Кто же у нас победит? Вот. Мастерские, я не хотел участвовать. Но я думаю, все молодцы, всем спасибо. Сейчас вы получите ценные подарки. Вы молодцы вообще, особенно Николай, у него, вот посмотрите, коса, наверное, лучше всех. Все, всем спасибо. Ну а нашу праздничную программу продолжает трио Калина Фомина Нигачёвка. Встречаем бурными аплодисментами. Манина, не заслышав голосов, припомню я забытые свидания. Три жердочки березовым мостом на тихой речушке без названия. Прошу тебя, чет розовым, напой ты горько мне, как горы трой березовым, малиновой заре. Как горы трой березовым, малиновой заре. Чет розовый, напой тихонько мне, как дорог край березовый, малиновой заре. Как дорог край березовый, малиновой заре. Из сердца вон исчезла речка, вдаль умчалась юность. Но песня словно первая любовь, малиновка
опять ко мне вернулась. Прошу тебя, чест розовый, напой тихонько мне. Как дорог край березовый, малиновой заре. Как дорог край березовый, малиновой заре. Свое творчество вам дарит ансамбль Formation. Наверное, все вы любите историю. И вот сейчас я предлагаю вам немного окунуться в давние времена. У нас в гостях клуб исторической реконструкции «Копье». Встречайте! Сегодня наше выступление пойдет в необычном формате. Сегодня четверо наших новичков будут попытаться получить звание воина клуба «Ворон». Они будут драться со старшими членами клуба. Им надо продержаться секунд 20. Тогда они у нас будут воинами. Сейчас. По кругу. Лев. Сюда. Лев. Сюда смотрите. Итак. Здесь у нас, так сказать, экзаменаторы, здесь у нас испытуемые.
Ну что же, первый. Кого? Егор? Нет, я. Ага. Ну хорошо. Никита, настал твой звездный час. Егор. Ну давайте посмотрим. Пока держится. А может и забьет старика совсем. Молодежь у нас хорошая. Давай, давай, Никита. Чуть-чуть осталось. Понял, понял. О, ну, по-моему, он продержался нужное время. Хорошо. Все, Никита, молодец. Торжествуй победу. Молодец! Лев, выбирай противника. Давай! Не уступает, хоть и получает, но держится. Давай еще немного осталось. О! Он хоть и повержен, но определенно продержался. Со львом драться не шутки. Молодец. Ну что, ты готов принять нового бойца? Вперед! Старик устал, но не настолько, чтобы проиграть. Но ты молодец. Положенное время ты продержался. Ну и последний участник. Самый ярый из молодежи. Давай. Задай ему. Вадим. О, давай! Торцуй, торцуй его. Лев наш воевода, редко в каком бою он проигрывает. Его знают и боятся. Если кто завалит льва, сразу через одно звание вперед. Клубе. Ребенка уберите. Уберите, пожалуйста, ребенка. Оружие потеряно, но положенное время ты продержался. А теперь одевай шлем, Егор. Попить? Есть какой-то? Секунду, пожалуйста. Ну и последнее испытание молодежи. Они попытаются вчетвером двоих старичков наших, так сказать, отомстить им за обиды. Собирайтесь в кучу.
Стройтесь. И вот это вот все они сами делают. Давайте, готовность, 3 секунды. Егор. Их уже ждут памятные медали все. Дома. Поддержим аплодисментами. Сейчас. Ну, у молодежи есть шанс все-таки соотношение сил 1-2. Поддержим нашу молодежь. Сегодня день молодежи. Давайте, ребята, вам карты в руки, пробуйте. Уважаемые гости, следите, пожалуйста, за детьми, потому что травма опасная и может пострадать кто-нибудь. Внимание! Давай! Я с ребятам справляться без тебя. Но старики не сдаются, видите, у них тактика, мощни. Молодежь хоть и сильна, но не так хитра. Остался лев против двоих. Что же, опыт или молодость? Лев вырвался. Все-таки опыт победил. Но они старались, старались. Еще вас ваши аплодисменты клубу исторической реконструкции. Сегодня в бою победил Лев Малыш, чемпион по ножевому бою. Ребята, вам спасибо, вы не уходите, постройтесь. Михаил. Давайте, да, поклонимся. И отдельные аплодисменты руководителю клуба Гурову Михаилу. Надеемся, вам понравилось. Спасибо большое за аплодисменты, за поддержку и за внимание. А сейчас Сергей Евгеньевич скажет пару слов в адрес вашего клуба. А мне бы хотелось от администрации Кленинского муниципального района наградить клуб исторической реконструкции грамотой, руководитель Михаил Гуров, за активное участие в культурной жизни Кленинского муниципального района. И вот эти вот, ребят, коврики вам. Но мы продолжаем награждение, и сейчас мы приглашаем Кудаева Сергея Юрьевича, участкового Хлевенского отделения полиции. Под ваши бурные аплодисменты. Сидоренко Ксения Вячеславовна, Фомин Нигачевский сельсовет. Артемова Наталья Николаевна, Фомин Нигачевский сельсовет. Тамбовцева Марина Сергеевна, Фомин Нигачевский сельсовет. Шевчук Алексей Владимирович, Фомин Нигачевский сельсовет. Золотых Наталья Ивановна, учитель школы. Нижний Колыбельский сельсовет.
Крестьянско-фермерское хозяйство «Русь», Кретинин Вячеслав. Крестьянско-фермерское хозяйство «Русь», Кретинин Павел. Крестьянско-фермерское хозяйство «Русь», Пальчиков Алексей. Аграрный техникум «Конь Колодецкий», Чиклина Екатерина Алексеевна. А где аплодисменты нашей активной молодежи? «Конь Колодецкий» аграрный техникум, Боева Дарья Александровна. «Конь Колодецкий» аграрный техникум, Ломов Александр Александрович. Как-то поменялся он. «Конь Колодецкий» аграрный техникум, Целик Анна Александровна. «Конь Колодецкий» аграрный техникум, Черкасова Анастасия Николаевна. «Конь Колодецкий» аграрный техникум, Артамонова Ирина Владимировна. «Конь Колодецкий» аграрный техникум, Ярцева Ольга Алексеевна. «Конь Колодецкий» аграрный техникум, Тибаткина Ольга Николаевна. Село Дмитряшевка. Макогонова Наталья Викторовна. Дмитряшевский школа-интернат. Антонова Анастасия Ивановна. Что-то вы слабо поддерживаете нашу молодежь. Центр «Мои документы», документовед Коротких Екатерина Сергеевна. Хлебная «Бытсервис», Турова Елена Сергеевна. Клевинская райпо, Горидяева Екатерина Васильевна. Клевинская райпо, Целых Иван Александрович. Вы, наверное, все устали аплодировать, да, уже? Воронин Игорь Валерьевич, Ростелеком, инженер электросвязи. Котельников Николай Сергеевич, крестьянско-фермерское хозяйство. Награждается Бондарев Алексей Николаевич. Награждается Сушков Сергей Александрович.
Днепром, село Хлебное, Голицын Сергей Иванович. Попов Валерий Александрович. Журавлев Николай Николаевич. И вновь глава КФК Котельников Николай Сергеевич награждает Чичурина Александра Юрьевича. Крестьянско-фермерское хозяйство Каменев награждает Адамяк Марину Владимировну. Каменева Александра Александровича. Награждается Климентов Андрей Андреевич. Кочетов Иван Иванович. О, Донская Нива. Награждает Сигачева Сергея Леонидовича. Головина Максима Михайловича. Шилова Андрея Сергеевича. Зуева Павла Юрьевича. Кретинина Александра Михайловича. Наумову Анну Викторовну. Квасова Евгения Георгиевича. Пополитова Николая Вячеславовича. Шишкина Евгения Ивановича. Игоря Савенко. Клёвый, губы, стрелки, глаза, они сегодня словно с поволокой, и ты спусти готова тормоза. Ах, ты просто девочка лето, ты просто девочка гроза, ничего не знаешь и не понимаешь, но от жизни хочешься сполна. Ах, ты просто девочка лето, ты просто девочка гроза, ничего не знаешь и не понимаешь, но от жизни хочешься сполна. Нас таких беспечных и наивных пацанов, с
смотрят вслед таким красивым королевам и пытаются найти свою любовь. А ты просто девочка лето, ты просто девочка гроза, ничего не знаешь и не понимаешь, но от жизни хочешь все сполна. А ты просто девочка лето, ты просто девочка гроза, ничего не знаешь и не понимаешь, но от жизни хочешь все сполна. Ничего не знаешь и не понимаешь, но от жизни хочешься сполна. А ты просто девочка лето, ты просто девочка гроза. Ничего не знаешь и не понимаешь, но от жизни хочешься сполна. А ты просто девочка лето, ты просто девочка гроза. Ничего не знаешь и не понимаешь, но от жизни хочется сполна. А ты просто девочка лето, ты просто девочка гроза. Ничего не знаешь и не понимаешь, но от жизни хочется сполна. Всех с праздником! Ну что-то кропко стоишь, о чем задумалась ты опять? Звучит веселый мотив, зовет он нас танцевать. Ты же ведь песня не ждешь, она вокруг все зажгла. И если сердце поет, тут не нужны слова. Три, четыре. Три,
руки шире, не спешите, 3-4, мудрость, дух, грация и пластика, общий укрепляющая, утро ободряющая, если жив, пока еще гимнастика, общий укрепляющая, утро ободряющая, если жив, пока еще гимнастика. Выполняйте правильно движения. Прочие не из нет, привыкайте к ритме, что глубокие тайские вожения. Прочие не из нет, привыкайте к ритме, что глубокие тайские вожения. Очень сыро в целом мире, грипп один из 3-4, ширится, растет заболевание. Если хилый сразу гроб, сохрани здоровье, чтоб применяйте, люди, обтирания. Если хилый сразу гроб, сохрани здоровье, чтоб применяйте, люди, обтирания. Обтирайтесь, чем придется, водными займитесь процедурами. Если вам совсем не мется, обтирайтесь, чем придется, водными займитесь процедурами. Первых не достающих, век на месте общий примиряющий. Красота среди бегущих, первых не достающих, век на месте общий примиряющий. Мы предоставляем слово заместителю начальника отдела культуры Снытникову Александру Анатольевичу. Уважаемые участники соревнований по дартсу, подведены итоги. Первое место среди мужчин занял Пилипенко Александр. Пройдите, пожалуйста, за призом. Поздравляю. И среди женщин Сычева Рима. Пройдите, пожалуйста. А у нас объявление. С 15.00 до 24.00 на площади Центра культуры работает развлекательный городок. Для детей и взрослых. Отдыхаем всей семьей. А также с 21.00 до 24 часов танцевальная программа. Приглашаем вас. Приятного вам отдыха. Сегодня все песни, танцы, игры и все слова только для вас, наша уважаемая молодежь. И свой подарок вам дарит Александр Приходько. Море небо целует, это прощание час. Яркая падает звездочка за горизонт. Yeah.
приходи скорее к морю, приходи ночной порою, потанцуем под луною, только ты и я и море. Нас ласкает шум прибоя, знает он нас только двое, и вот я своей кормою, он и свет от нас закроет. Волны, 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 волны вторят мне, и полночная гитара зазвучит волшебный свет. Зову тебя, приди ко мне, спою тебе я при луне, и полночная гитара зазвучит волшебный свет. Приходи скорее к морю, приходи ночной порою, потанцуем под луною, только ты и я и море. Нас ласкает шум прибоя, значит нас не только двое, и вот я своей кормою, луны свет от нас закроет. Волны, 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 волны вторят мне, и полночная гитара зазвучит волшебный свет. Зову тебя, приди ко мне, спою тебе я при луне, и полночная гитара зазвучит волшебный свет. Марина, Марина, Марина зовет одинокий корсар. Марина, 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 как долго тебя я искал. Знаю я, что нет русалок в море, море. Знают все, что нет русалок в море, море. Кто помочь мне сможет в этом горе, горе. Тот узнает цену дружбы вскоре, вскоре. Разыщите мне русалку в море. У-у-у-у. Верю я, она живет на воле. У-у-у-у. И не хочет по капризной воле. Коварным рыбакам. Марина, Марина, Марина зовет одинокий корсар. Марина, 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 как долго тебя я искал. Я плыву к Марине по морской пучине, и в ее подводном мире сам Нептун гордится ей. Я плыву к Марине, озорной Марине, но она в подводном мире от меня спешит скорей, от меня спешит скорей, от меня спешит скорей, от меня спешит скорей. Марина, Марина, Марина зовет одинокий корсар. Марина, 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 как долго тебя я искал. Марина, Марина, Марина зовет одинокий корсар. Марина, 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 как долго тебя я искал. Я плыву к Марине по морской пучине, и в ее подводном мире сам Нептун гордится ей. Я плыву к Марине, озорной Марине, но она в подводном мире от меня спешит скорей, от меня спешит скорей, от меня спешит скорей, от меня спешит скорей. Подари мне этот вечер. Так называется песня, которую дарит вам Юрий Санин и Наталья Золотых. Но я понял, что ты мне безумно нужна, а мечты все сбываются. Ты приходил не раз ко мне, ночами лунными во сне. Подари мне, подари мне, подари этот вечер от заката до зари. Засветают сотни парков и аллей, фейерверком ослепительных огней. Подари мне, подари мне, подари этот вечер от заката до зари. От седьмого неба у меня ключи. Подари мне этот вечер, подари, подари. Неужели серьез светом тысячи звезд горизонт открывается? И понятно,
Вероятно, без слов, вероятно, любовь. Этот миг называется. Нет, ничего не говори, а улыбнись и подари. Подари, ты подари мне, подари этот вечер от заката до зари. Засверкают сотни боковых аллей, фейерверком ослепительных огней. Подари мне, подари мне, подари этот вечер от заката до зари. От седьмого неба у меня ключи. Подари мне этот вечер, подари, подари. Подари мне, подари мне, подари этот вечер от заката до зари. Засверкают сотни боковых аллей, фейерверком ослепительных огней. Подари мне, подари мне, подари этот вечер от заката до зари. От седьмого неба у меня ключи. Подари мне этот вечер, подари, подари. Вечер от заката до зари. От седьмого неба у меня ключи. Подари мне этот вечер, подари, подари. На этом, дорогие друзья, мы с вами прощаемся. Мы желаем вам, чтобы вы всегда шли вперед, тянулись к знаниям, делали головокружительную карьеру. В общем, дерзайте. С праздником вас, дорогие друзья. Мы желаем, чтобы все ваши надежды сбывались. Пусть в ваших лицах сияет улыбка. Пусть на ваших глазах сияет счастье. С праздником! Дорогие друзья, сегодня в 17.00 в Центре культуры и досуга состоится демонстрация фильма «Double Trouble». Приглашаем вас. До новых встреч! Мы ждем вас на площади Центра культуры и досуга. Добрый вечер, дорогие хлевенцы и гости нашего района. Добрый вечер. Сегодня этот вечер посвящен Дню молодежи. Поэтому мы прежде всего хотим поздравить всех тем, кому исполнилось 14 лет. И кому еще нет 31. И всех тех, кто еще молод душою. В истории всех времен и народов молодежь всегда играла ключевую роль. И это не случайно, потому что именно молодым присущи такие качества, как жажда справедливости, отвага, честь. Молодость – это время дерзаний, поисков, открытий и реализации самых смелых идей. Кто из вас уже закончил школу, кто-то готовится к продолжению учебы, кто-то ищет работу, а кто-то – любовь. Мечтаете поступить в ВУЗ? Дерзайте. Хотите найти настоящую любовь? Ищите. И помните, вы молодцы и все можете. У каждого человека бывает три молодости – ума, тело и сердце. Дорожите каждый из них. Это то, что определяет наше место в жизни и нашу судьбу. Молодость – это прекрасная пора, когда энергия бьет через край. Поэтому многое надо успеть, познать, сделать. Мы еще раз вас поздравляем с этим замечательным днем и дарим вам музыкальное поздравление. Александр Приходько, встречайте! Похоже на зайца, сидит на потолке.
Я у неба за спиной домой бежала, следом за тобой. За навески паруса, твою мир тебе скоро придет рассказать свои главные слова. Я с ним бумерангом лет довольны, что не долюбили, что не долюбили. Осень заводи, радужная кошка, у неба за спиной давно убежала, следом забили. Осень заводи, радужная кошка, у неба за спиной домой бежала, следом за тобой. Аплодисменты! Браво! Спасибо нашим юным друзьям! И теперь Женя подарит им подарки. Держите. На память. Спасибо вам, ребята! Наконец-то мы собрали это замечательное слово «Молодежь-2016». Спасибо! Ну, поздравьте всех! Все с Днем Молодежи! Днем Молодежи! Всем с Днем России! Молодежи! Желаю Днем Молодежи! Удачи. Желаю счастья, удачи и с Днем Молодежи! Кто узнает, что находится в этом ящике? Взрослые, дети, вот этот приз, который здесь находится, мы вам отдадим. Это связано с молодежью. Когда ходим в походы мы его, я вам даю просто не альбом, не фонарик. По одному говорим. Нет, но не это палатка, я палатку сюда не могу положить. Но деньги тоже сюда не положила. Не бинокль. Ну молодцы, что все вы это знаете. Какие вы молодцы. Что еще в поход берем? Компас, молодцы, не компас. Еще что? Шляпа, не шляпа. Еще что? Что? Фляга. Флягу я сюда не поставлю. Фляжку. Но это рюкзак. Тоже. Это часть рюкзак. Посуды. Так. Часть посуды. Еще. Тарелка. Сухое горюч. Кто сказал кружка? Вон первая девочка сказала кружка. Иди сюда. А мы сейчас... Иди сюда. И ты сказала следом за ней. Вынеси там поощрительный приз. Повернитесь зрителям. Кто сказал первый из вас? Кружка. Ты кричала громче всех, кружка. Ну молодец, ты зарабатываешь кружку. Бери, доставай кружку оттуда. А еще кружечка это непростая. Кружечка закрывается. Покажи всем, какую ты сегодня кружку выиграла. Так. Как тебя зовут? Настя. Настя, поздравь всех ревенцев с праздником. С Днем Молодежи. А пожелать надо что-то молодым? Желаю счастья, и чтобы не забывали свое детство. Молодцы. А вторая девочка у нас получает поощрительный приз. Как тебя зовут? Надя. Надя, Надечка, молодец, умница. Ну, ребят, продолжаем танцевать. Безумно и нелепо, как забытом кино. Летим высоко,
внизу проплывают моря. Впервые во вселенной только мы улетаем с тобой. С тобою остаться в небе. Как хотелось остаться в небе. С тобою остаться в небе. Как хотелось остаться в небе. Хотелось остаться в небе с тобой. Хотелось остаться в небе нам. Хотелось остаться. Вот ведь как бывает в жизни подчас. Наша встреча караулила нас. Я заметил твой смеющийся взгляд и влюбился, как пацан, в первый раз. А ты стоишь на берегу в синем платье. Пейзажа краше не могу пожелать я. И распахнул свои шальные объятия. Ласкает нас морской бой, бой, бой. А впереди еще три дня и три ночи. И шашлычок под коньячок вкусно очень. И я готов расцеловать город Сочи за то, что свел меня с тобой. У тебя далеко дом и семья, и меня с курорта ждут сыновья. Так что в этой бесшабашной любви между нами получилась ничья. А ты стоишь на берегу в синем платье, пейзажа краше не могу пожелать я. И распахнул свои шальные объятия. Ласкает нас морской прибой, бой, бой. А впереди еще три дня и три ночи. И шашлычок под коньячок вкусно очень. И я готов расцеловать город Сочи за то, что свел меня с тобой. Обида исправит.
День молодежи, и мы вас еще раз поздравляем. У меня к вам вопрос, кто ответит, с какого дня, с какого года начали отмечать День молодежи? Ну скажите, с какого года начали отмечать День молодежи? Ребята, все вы знаете это, давайте вспоминайте. Какой год? Ну хоть кто-нибудь скажите примерно год. Это давно было. Какой? Еще раз. Иди сюда. Иди сюда. Ты почти прав. Иди. 1900. Какой? Какой? А ты какой сказал? Нет. Нет. Вот иди сюда. Девушка. Еще хорошо подумай. Прибавь, отними. 1958. Правильно. Правильно, молодец. Как тебя зовут? Валентина. Валюша, а не помнишь, когда это был месяц какой и число? Не помнишь? Не помнишь? Это было февраль. 7 февраля 1958 года мы начали отмечать День молодежи. Прекрасен зеркала, отражают мрамор. Дороже вклада, чем любовь. Любовь я не Шахерезада, сказ не будет, не надо слов. Нет на свете дороже вклада. Я
соседнее село на дискотеку. Едем, едем на дискотеку со своей фанатекой. Едем, едем с гаража у нас Папину Победу. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Едем, едем на дискотеку со своей фанатекой. Папину Победу. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. А до деревни той далеко, туда добраться будет нелегко. Сначала переехать все мосты и как-нибудь объехать все посты. Но я ведь знаю, ждешь меня, ждешь ты. Пускай всю ночь орут за мной косты. Я полевые нарву тебе цветы. Мы едем, едем в соседнее село. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. 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 Любви нечаянной кто-то сказать осмелится. Если поверишь в это, сердце не закрывай. Сердце необитаемо, снова любовь поселится. Но и о том, что было, помни, не забывай. Приходит на молодежи. 10 рублей всего. 15. Кто? Идите, подходите поближе. 15. Ну, кто? За 10 кто покупает? Мы не слышим. Ну, за 1000 рублей такой подарок, я думаю, наверное, это стоит этого. Это ваза для фруктов на праздник. Сегодня фрукты положите. Не жалко 1000 рублей? Ну, мы в вазу их положим. Пусть это будет вам подарком. С праздником вас. Всего хорошего. Танцуем! Now, ladies and gentlemen, it's with great
have to look and listen. You can even learn from me. Little knowledge is dangerous. It's my life. It's my life. I'm not afraid to
She look lonely, and
весна, на улице опять весна. А пацанам соседским, как и мне, не до сна. Коты, коты орали за окном, скоты рвали на куски мне душ. Где же ты, где же ты? Она меня с ума свела. Она покой и волю забрала. И почему так сладостно от боли? Позабыл я все пути, потерял пароли. Едем в соседнее село на дискотеку. Едем, едем на дискотеку со своей фанатекой. Едем, едем с гаража угнав папину победу. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Сами в пляс идут.